мы обратно к столу. Сейчас, Антон Иванович, возьмите, пожалуйста, в руку самую длинным хвостиком проклюнувшую косточку. Давайте ее рассмотрим. Вот она, видите? Вот. Теперь смотрите внимательно. Так. Значит, косточка почти распалась. Смотрите, что получается. Ее целая проблема будет садить. Сейчас, Антон Валерьевич, следующий этап. Садить уже будем землю. Вы должны были приготовить землю и горшочек. Горшочек я просил по возможности торфяной. Могу я показать торфяной горшочек на экране? Конечная цель. Антон Валерьевич. Да, да, да. Вот он, торфяной горшочек, который я купил. Смотрите на этот торфяной горшочек, который мне прислала одна из моих учениц или учеников. Видели? Уже высажено. Успех обеспечен? Обеспечен. Корни целые? Целые. Максимальный здоровый рост. Так, теперь возвращаемся к Антону Валерьевичу. Вот. Ага, вот теперь вы здесь. Торфяной горшочек, пусть круглый, но он все равно торфяной. Смотрите, сейчас он наполняется землей, первый этап. Давайте на нее глянем. Возьмите ее в горсть. Все-таки мы маленько разбираемся уже с вами. Да, вот. Очень жирная. Очень пережирная. Что мы будем делать? В горшочек пополам с песком. Ровно пополам. Так, ну значит мы ее отдельно где-нибудь намешаем, да, землю? Да, намешайте отдельно. Вот. Так, что полный горшочек был, да, земли? Должен полный оказаться земли, да, горшок? Да, помните, мы, я надеюсь, что это как это называется, реалити-шоу закончим, когда вы первые фрукты снимете с дерева. Надеюсь. Когда я первый попробую фрукт? Да. Это было бы здорово. И это я заманиваю вас. Валерий Константинович, у нас горшочек должен полный получиться? Да, полный. Ну, почти, там может быть пол сантиметра доверху. Ну, ладно, так. Угу. Я три... Значит, под песок. Песок. Вот у меня два песка. Один такое ощущение немножко влажный. А это специально речной песок, который продают в садоводческих магазинах. А вот, песок с посуши, который написано просеянный для бетонов и штукатурки. Давайте речной. Речной самый лучший считается. Если, конечно, нас не обманули. Вот речной. Этот речной. Понятно. Я когда был аквариумистом, я тогда с речным только работал. А потом по автоматам перенес уже первые эти свои опыты. Я ставил с речным песком. У меня все сходило. Речной песок хорош тем, что там нет или минимум органики. И тогда все эта косточка не заплесневеет. А очень трудно, особенно новичкам, с влажностью определиться. Чуть-чуть перевлажнил, смотришь, плесень. А плесень она сожрет. Эту же косточку, особенно раскрывшуюся. Валерий Константинович, надеюсь, не как в аптеке, да? Можно на глаз? 50-50, и все. Можно на глаз? Да. Сразу немножко увлажнить. А, вообще потом польем. Так. А теперь горшочек это все. Сейчас. Я уже замарал свои руки. А как хотели? Рассказываю как анекдот. Значит, когда это не секрет, это даже в одном фильме, я уже говорил, когда Юрий Васильевич Бродский был в одном уважаемом академическом здании, вот, где его приняли так, что человек, который он пришел, вообще отказался его принять. То есть он изгой, ну не изгой, а как, еретик, ну знаете как, да? Вот. Так вот, значит, вот он рассказывал, а там, говорит, сидят девицы, кандидатки всякие там, это, розочками занимаются. Так мне говорит, не маникюр, а когти натуральные, когти. Вот. И он говорит, я до сих пор понять не могу, как они этими когтями садят, ну, почву копаются. Ну, то есть, получается, никак. Вот. И когда-нибудь, если придется наводить порядок в садоводстве, как я иногда говорю, когда наши придут, я имею в виду не в политическом смысле наши, а когда ботаники станут нужны стране. Ботаники, понимаете, это образное слово. Вот, когда наши придут, эти ботаники, что там чистка будет так происходить. Кто не успел когти снять, вот эти,
приклеены. Тех сразу это... Тех... Нет, почему? Я продам. У мужика в другой критерии. Вот, если бы вы посмотрели на мои руки, вот, вы бы сказали, это руки, их вроде бы интеллигентом считают, и морда у меня в очках, а это рабочие руки. Смотрите, Валерий Константинович, угадал, как в аптеке, полное. Прирожденный садовод. И у вас будут такие руки, это вам не за компьютером. Катя, компьютерчика поддела. Это вам не за компьютером. Это вам, как в этом знаменитом выражении, не бином Ньютона. Вот, такая еще это. Ну, мы, я думаю, на одном научимся. Вот. Но придется так, чтобы люди все это видели. Ну вот, Валерий Константинович, значит... А теперь просто сверху кладите этот самый, просто положите сверху. Вот, покажите вначале мне, потому что вот я не вижу вашу правую руку. А вот видите, сейчас вы, это абсолютно неправильно. Значит, теперь вы, во-первых, кладете на бок. Хорошо, чтобы так, это наглядно. Переворачиваете его на 180 градусов, не сломав, чтобы небольшое углубление сделаете. Небольшое. Вот этим вот хвостиком вниз, но не сломав его. Вот, то есть это хвостик, это корень, да? Вот. Теперь смотрите сюда, чуть-чуть наклоните. Вот. А, вот так. Теперь что интересно? Вы все-таки немножко не так. Вот у вас получилось... Так. У него, по моим понятиям, росточек с той стороны, с нижней. Вот попробуйте теперь, как бы его сказать-то, чтобы он опять же вниз смотрел, но наоборот, сможете так сделать? Не совсем понял. Хорошо, смотрите сюда. Вы же тоже видите... Сейчас я покажу фотографию. Глядите сюда. Ваша цель сделать вот так. Поняли? Покажите. Я и говорю, когда перерос, это теперь ювелирно. То есть, грубо говоря, косточку положите в землю, в углубление, а чтобы этот росточек лежал на земле, да? Росточек, смотрите на фотографии. Хвостик, видите как? А росток-то вот тут, вот он. Поняли? А вы, получается, ростком вниз положили. Да. Это еще не смерть, но это уже он потом, знаете, какой перекореженный получается? Вот, поняли, да? Да, то есть сама косточка в углублении у нас лежит. Небольшое углубление. Это потом, это можно присыпать. Я говорю, ничего не вдавливайте. Ничего. Мы не потом вдавливаем. Сверху присыпем. А когда польем, покажется спинка. Поняли? Ну, давайте теперь показывайте себя. Фотографию все увидели. Так. Ломаем, следующий возьмем. Так, ну, еще бы, как бы сказать. Вот отсюда росток пойдет, да? Надо хвостик все-таки вниз туда. И немножко, ну как под 45 градусов хотя бы. Ну так получилось, что ну как можно надеяться на путнее, что когда достаешь из мешочка. Правильно? Я правильно понял, вот это корешок. Это корешок, да. Вот теперь практически правильно. Но смотрите, я показываю курсором, да. Отсюда пойдет росточек. Теперь вы. Откуда пойдет? Сверху. Вот теперь точно он пойдет вот отсюда. Вот, дайте я покажу курсором. Я уже показывал. Ой, ничего прижимать не надо. Ага. Сломать запросто. Вот от этого места, вот, где курсор, пойдет росток. Вот отсюда. Вот отсюда. Сейчас вы просто земля пополам с песком, и такой же, да? Вот. Просто берете и сверху засыпаете полностью, чтобы был 1 миллиметр. А потом после полива окончательно определимся. Ясно. Давайте еще теперь, для наглядности, еще пару фотографий, хорошо? Давайте. Смотрите сюда. Видите? Вот он пошел росток, а вот хвост. Она также лежала на боку. Понятно? Только здесь уже процесс пошел. Вот эта фотография. Смотрите еще. Ценная фотография. Вот. Это произойдет чуть позже. Видите? А если бы закопали на 2-3 сантиметра, на 5-6, как положено по науке, вот это все было бы под землей. Сгнивает 100%. До сих пор никто не знает. Поверите, нет, до сих пор никто не знает. Смотрите сюда. Потом что происходит. Когда с глубины, это я специально показываю, это теоретическая часть. Там ниже косточка. Вот столько, несколько сантиметров было полностью. Я приказал присылать мне фотографии. Бесценная фотография. Я приказываю, я же так не делаю, откуда же мне взять такую фотографию, как убивать. Я говорю, раскопайте до косточки. Раскопали. Что? Еще только ему, ну, от роду, ну, месяц, да, может быть.
А он уже, считайте, мертвый. Вы видите, что творится? Это разве корень? Вот. Идем дальше. Вот это вот, еще покажу фотографию. Допустим, мы перешли на грушку, да? Ведь у вас же там тоже груша, но мы же не можем каждую вскрыть, показать. Можно. Вот что происходит, когда на глубине. Я специально это делал, специально. Вот. Происходит следующее. Вот здесь корешок, вот это должно быть над землей. А выкопано было с глубины 7 или 8 сантиметров. Поняли? То есть гарантия, что груша сгнивает 100%. То есть, когда корешок находится под землей, вот этот стебелек, да, который, он белый, да? Да, это самое страшное. Поэтому мы так с вами долго мучились с этим горшочком. Да, еще не все показал. Вот. Теперь, когда мы с вами правильно все сделали, когда закончим, вы потом, что сделаете этот горшочек? Вот. А, ну ладно, пропускаю чуть позже. Сейчас. Это самое. Вот так делают большинство садоводов. Вот взяли, высадили и на окно. Вот. И это еще март. Это фотографии представили. Потом все это после высадки гибнет. Какая у нас задача с вами? Вспоминайте, ученик Сафронов. Отвечайте на вопрос. Какая задача вот сейчас этот, где самый, хранить на, в тепле или в холоде? В холоде, чтобы максимально замедлить рост в неестественных для растения условиях.